История клуба здоровья Гран-при берет начало в 2014 году с открытия самого крупного на тот момент в Астане салона красоты. К 2016 году специалистами был наработан бесценный опыт и сформирована сплоченная команда единомышленников, что позволило создать уникальный многопрофильный клуб здоровья. Клуб здоровья и красоты Гран-при по праву считается передовиком индустрии красоты в Астане. В этом году профессиональная команда Гран-при отмечает свое двухлетие с момента открытия, а канал ID Fashion не мог пропустить столь значимое событие. С большим удовольствием поздравляю коллектив Гран-при с юбилеем. Пожелаю коллективу благополучия, успехов в их нелегком труде. Ну и приглашаю всех жителей города Астаны и гостей присоединяться к спортивной традиции нашего города. Ходим в детский сад, посещаем школу, высшее учебное заведение, работа, а дальше пенсия. А отдыхать где? Отдыхать нужно только в Гран-при, поэтому присоединяйтесь все. Поздравляю нас с днем рождения, поздравляю всех сотрудников и гостей нашего комплекса. Желаю всем здоровья, процветания и красоты. Приходите к нам за красотой, здоровьем и удовольствием. Суперклуб. Как держать, чтобы побольше клиентов было, побольше здоровых людей было, чтобы в Астане таких клубов побольше было. Поздравляю с днем рождения! Желаю успехов и процветания! Я хожу в Гран-при уже с самого открытия. Хотелось бы поздравить Гран-при с днем рождения и всех членов клуба. Также пожелать Гран-при дальнейшего роста, процветания. Хочу поздравить свой любимый клуб Гран-при с днем рождения. Я хожу в этот замечательный клуб уже 2 года с самого открытия. Что могу пожелать? Желаю успехов, процветания и очень-очень много верных клиентов. Двухлетие Гран-при. Удачи, достижения новых вершин. Очень рада, что нашла наконец свой фитнес-зал, в который можно ходить с удовольствием. И он оборудован всем, все, что нужно для человека и для комфортной тренировки. Квалифицированные тренера, в котором помогут себе во всем. С днем рождения, Гран-при! Thank you.